Не порти 13 карт фандом. Всем привет! Я думаю, что вы уже поняли, какой у нас сегодня будет ролик по обложке видео. Да, мы будем реагировать на больших фанатов 13 карт. И сейчас мы будем реагировать на вот такое вот видео. Я не понимаю, откуда у Ару взялась сестра. Да, я знаю, мне нельзя тебя любить, понимаю. Почему Вару 15 лет? Почему Пику 17 лет? И почему сестре 15 лет? Знаю, но я не... А что с ним не так? Не могу забыть твои руки. Пик в этот же момент стал вампиром. Под одеждой горячо, не увидимся еще. Две недели счет пошел. Твоя мать ненавидит меня, говоря, что я ошибка, выгоняет в подъезд. Да, и нет чем заняться, и она ноет. И над ней усе издевают. Я чего-то нажрусь, может быть, не очнусь, но от... А что это случилось с тобой? Да не откажусь. Хочешь, я имя твое набью? Не понял. Понял. Почему Вару облили водой? Приступаем к второму видео. Первому, второму и последнему. Ну конечно, как же без этого, что Пик придет и ляжет к нему. Шипер номер один. Шипер номер два. Ну конечно, Феликс побежит и все будет рассказывать Ромео. Какая новость. Нет, страшные. А мне пофиг. Почему зонтик есть хвост? Почему этот кот появился из ниоткуда? Почему? И почему Данте есть крылья? Какая интересная сцена. Появляется Феликс, убивает Вару, он падает. Феликс подходит, убивает до конца и ржет. Шипер номер два. Какая для нас интересная кадр, как они ложатся спать. Очень интересно. На этом все. Всем пока. До скорых встреч.